Иногда дальняя дорога бывает очень монотонна. И как не заснуть за рулем автомобиля? Это очень серьезный вопрос. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Как вовремя распознать, что засыпаешь за рулем, и что делать, чтобы проснуться? Есть несколько реальных признаков того, что вы вот-вот отключитесь. Вы стали совершать незначительные нарушения, забыли переключиться на ближний свет, остановились на зеленый, не среагировали на очередной дорожный знак, напряглись при считывании показаний с приборов. Если вы стали замечать процесс моргания, в бодром состоянии это происходит само собой. Срочно останавливайтесь. Если дальние предметы и фигуры вдоль дороги при приближении меняют очертания, цвет или вообще исчезают с поля вашего зрения, вы машину ведете на автопилоте. Ваш мозг почти спит. Существует несколько приемов, которые помогут сохранить бодрость за рулем. Самый простой способ – взять с собой попутчика, который имеет водительское удостоверение. Он сменит вас, когда вы устанете. Даже если у попутчика нет водительского удостоверения, с ним можно пообщаться. Причем беседа не должна быть утомительной или сводиться к монологу последнего. Еще лучше, если пассажир периодически будет задавать вам вопросы, которые требуют обдумывания и сосредоточения. Вопрос «Ты в порядке?» задавать бессмысленно. Ответить «да» можно даже в полусонном. Лучше попробуйте переумножить 68 на 4. Если вы едете в одиночестве, включите ритмичную бодрую музыку. А еще лучше возьмите флешку с любимыми песнями и подпевайте. Причем, чем громче будете петь, тем лучше. При громком пении начинают активно работать легкие. В кровь поступает больше кислорода и организм просыпается. А вспоминая слова, вы напрягаете свой мозг. Устраивайте физкульт-минутку, откройте окно и впустите в салон свежий воздух или понизьте температуру в салоне. Умойтесь, сделайте легкий массаж глазных яблок и потрите активно уши. То есть любым способом периодически прерывайте монотонность движения езды. Перекусите, но здесь важно не переесть. Чувство сытости провоцирует сонливость. Орешки, сухарики, семечки, фрукты, черный шоколад подойдут лучше всего. Можно взбодриться кусочком лимона или кислым яблоком. Выпейте что-нибудь тонизирующее. Кофе лучше заменить крепким зеленым чаем. Можно в него добавить настойку женьшеня, элеутерокока или лимоника, всего пару капель. Безалкогольных энергетических напитков и таблеток лучше избегать. Во-первых, продолжительность их действия не более 2 часов. Во-вторых, их воздействие на организм очень индивидуален и порой непредсказуем. И главный совет. Если вас неудержимо клонит в сон, не рискуйте. Остановите машину и поспите буквально 10-20 минут. Этого достаточно, чтобы перебить сонливость. Ни одно из приемов борьбы со сном не может гарантировать безопасность. Самое основное – уметь вовремя остановиться. Берегите себя на дорогах. На этом все. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди много интересного. До новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!